Так вот подарок мамин раскрывает. Да, надо их проверить, чтобы они целые были, тюбик. А то я рассказывал девочке на кассе, поняла? Она говорит, ну тогда проверьте, конечно, я чек взял. Мы просто один раз купили в Росмане духи и сразу их не распечатали. Ну и Кристина где-то через месяц, через полтора их распечатала. Да ну что через месяц? Ты на Новый год мне дарил, я сразу их распечатала. Не сразу, потому что у нас уже ни чека не было, ничего, прошло время. А мы просто выбросили чек. Мы даже не хранили, мы не думали, что такое не на второй может день получиться. Саша, короче, факт в том, что, короче, мы их раскрыли, она два раза пшикнулась, и они пустые оказались. Класс. Хотя был тюбик запечатанный. Нормально. Точно целый? Но целое-то может и все, оно-то может и целое, надо попшикать. Там они, видишь, ты у них есть жидкость? А ну, ребята, скажите, есть тут жидкость? Какая жидкость, Саша? Ну, я имею в виду духи, есть в середине? Плавает? Плавает, да? Да. Будешь пшикаться? Угу. Ну, конечно. Конечно, в Дугласе было бы дешевле, но купили в Росмане. Далеко до Дугласа ехать.